Итак, многие могут столкнуться с проблемой с тачбара, то есть когда у нас вот в этой части замыкает вот эта часть микрофона, задевает. Значит, что мы делаем? Мы берем синюю изоленту, где у нас находится вот эта часть с тачбаром, мы просто ее синей изолентой вот так вот мы и заклеиваем. Все, проблема решена.